Всем привет! Сегодня у нас на обзоре универсальные туристические велотуфли, контактные. Вот эта заглушечка говорит о том, что под ней находится место для монтажа педалей типа СПД. В этих туфлях, сделанных для любителей активного отдыха, которые любят не только колесить на велосипеде, но иногда и пройтись и погулять. В них внедрены следующие технологии. Очень хороший, цельный, дышащий материал находится на поверхности. Далее усиленный носок. И, конечно же, резиновая подошва, которая не будет крошиться, которая будет хорошо иметь сцепление с поверхностью грунта, самоочищающаяся подошва. Посмотрите, расстояния большие здесь, грязь будет отпадать быстро и хорошо здесь. Подошва традиционно для Shimano снабжена вот такой прокладкой EVA. Если ее потрогать руками, то она заметно мягче, чем вся остальная подошва. При этом остальная подошва имеет жесткость, достаточную для эффективного передачи ваших усилий на велосипед. Ну и, конечно же, система быстрой шнуровки. Это запатентованный Shimano вот такой прекрасный вариант. И верхний вот такой хлястик, который хорошо крепит еще дополнительно и шнурок, и вашу ногу закрепит. Вот такая интересная обувь, которой вы можете кататься и как на топталках, благодаря вот этой заглушечке, и как в контактной обуви. Она представлена в этом году в двух вариантах. Это серый с оранжевым. Комфортный задник обеспечит вам тоже комфорт при поездках. Это тоже немаловажно. И черный с розовым. Размеры есть самые разные. Это более мужские размеры, здесь побольше, здесь поменьше, поскольку позиционируется моделька в данном цвете как женская. 350 грамм весит один туфелек. Это туристическая велообувь с мощной, хорошей, удобной, долговечной подошвой и отличным верхом. Все износостойкое, все будет служить долго, несмотря на то, что вот эта поверхность называется сеткой. Она плотная, она не рвется и предназначена для того, чтобы ее эксплуатировать в самых экстремальных походах.